Так, начинаем готовить плов. Опять же, рис не подходящий. Казан уже разогрелся хорошенько. Это растительное масло. Рис, он больше для рисовой каши подойдет, чем для плова, но все равно. Итак, специи по вкусу. Жарко там сильно от огня. Это сухая аджика. Еще. Специи можно любые использовать или не использовать вообще. Это, в общем-то, не имеет особого значения. Хотя, конечно, имеет. Влияет на вкус. Сразу засыпаю соль. Ну что ж, сейчас немножечко размешаем. Специи отдадут свой вкус, запах. Будем переносить казан, мангал в другое место. Сейчас уже начали подготавливать. Так. Сейчас обжарим лук с морковкой. И потом засыпем мясо. Так, пока тушится лук, мы сейчас немножко это курятина, печень, крылышки. Сейчас немножко мы это все порубим. Итак, порезали мясо. Сейчас обжарим. Сушится. Промоем лук сейчас. Намыли немножко риса в такую кастрюльку. Сейчас будем высыпать. Это процесс. Вот это. Все готово. Мясо уже хорошо протушилось. Теперь можно заливать сюда воды. Сейчас зальем воды, засыпем рис. Все, скоро будет готов
Вот. Правда, рис для плова не подходящий. Залил воды. Подождем, если он немножко закипит. То есть закипит чуть-чуть, и потом высыпем рис и будем ждать до полного готовности. Бульончик наш закипел. Приходит время попробовать. И потом будем засыпать рис. Нужно еще чуть-чуть соли. Чуть-чуть добавить соли. Но прежде еще насыпем вот такую ложечку куркумы. Еще придаст запах. Ну и цвет покрасивее будет. Вот столько еще соли насыпаем. Ну и чуть-чуть. Перемешаем. Бульон, я скажу, очень хороший. Прям, можно его так пить. Плов получится хороший. Вернее, скорее всего, это будет рисовая каша, потому что рис все-таки для плова этот не подходит. Ну что ж. Засыпаем рис. Риса будет много. Рис высыпаю сверху мяса. Немножко улежался. Сейчас еще сверху немножко воды добавим, чуть-чуть буквально дольем воды, ну, где-то сантиметров еще воды добавим, и все, и будем ждать. Вол готов.